Друзья, меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на «Возрождение сегодня». Наша студия находится на Иудейских холмах, и сегодня у меня в гостях Рони Реджеван. Рони, спасибо за то, что пришли. Рони — один из лидеров мессианской общины в Иерусалиме под названием «Бейт Иешуа», или «Дом спасения». Он также работает с наркоманами в реп-центре, а также является частью команды «Возрождение Израиля». Он женат, у него 3 взрослых детей, и он настоящий еврей. Вам очень понравится наше сегодняшнее интервью и свидетельство о том, как Бог двигается среди наркоманов. Но перед этим я хотел бы напомнить вам, что каждую неделю мы рассылаем наш информационный бюллетень. Он переведен на 15 языков. И мы хотели бы, чтобы вы его тоже получали. Для этого вам нужно зайти на наш сайт, и там вы сможете подписаться на рассылку. Там вы также можете оставлять нам свои отзывы, вопросы и молитвенные просьбы. А также не забудьте лайкнуть и поделиться этим видео, чтобы достичь как можно большего числа людей. Поверьте, нам важно ваше мнение. А еще нам очень нужно, чтобы нас смотрело как можно большее количество людей. Ну ладно. Теперь, пожалуй, давайте послушаем Рони. Рони, еще раз спасибо за то, что вы здесь с нами сегодня. Для начала расскажите, пожалуйста, свою историю. Вы всю свою жизнь прожили в Израиле. Расскажите о своем детстве. Историю тоже рассказывать? Да, рассказывайте все, что хотите. Хорошо, мои родители переехали из Ирака в 1952 году, а я родился уже тут в 1957. Как ни странно, но история моего спасения началась, когда мне было 5 или 6 лет. В этом возрасте я думал, что ребенок всю жизнь будет ребенком, а взрослые стареют и умирают. Однажды я ночевал у моих дедушки и бабушки в Иерусалиме. Кстати, я из светской семьи, а мои бабушка и дедушка были религиозными. И наутро я осознал, что когда-то я тоже состарюсь и умру. Это очень сильно напугало меня. Я решил не вставать с постели. Бабушка спросила: «Рони, почему ты не встаешь?» Я ответил: «Бабушка, я правда состарюсь и умру». Она ответила «да» и рассмеялась. Это меня напугало. Я думал: «Хорошо, мы живем, потом умираем, а что же дальше? Что будет потом, после того, как я умру? Я ведь не понимал и не знал ответа». Когда мне было 16 лет, друг дал мне книгу о йоге. Там было написано, что они нашли ответы на важные вопросы жизни. Поэтому я стал серьезно заниматься йогой и медитацией и достиг в этом больших высот. Это медитация, а что еще? Медитации появились чуть позже, но это не принесло мира в мое сердце. Эти полгода я вообще перестал думать. Я был сконцентрирован лишь на моем дыхании. Я ни о чем не думал, но при этом в сердце не было мира. Я понимал, что чего-то не хватает. Затем я пошел в армию, а где-то в 22 я начал искать ответы в религии, в раввинском иудаизме. Но иудаизм меня разочаровал. Он показался мне очень узким. Мне объяснили, что Бога заботит лишь еврейский народ. И я подумал: ну что же это за Бог такой, если его не заботят все люди на земле? Я очень счастлив был узнать, что Иешуа Хамашех, или Мессия, умер за всех людей. Он сделал это однажды и принес в жертву себя за каждого человека. Вот это и есть настоящий иудаизм. Я считаю именно так. А как вы узнали об этом? Как вы поняли, что Иешуа и есть Мессия Израиля и всего мира? Кто-то рассказал вам об этом или дал вам Библию или Новый Завет? В каком-то смысле слова до меня не доходили. Мне было почти 30 лет. Могу сказать, что после нескольких лет практики буддизма и индуизма, даже не понимая Бхагавад-гиту, я оказался под влиянием демонов. Поэтому люди не могли донести до меня Евангелие на словах. Со мною произошло несколько чудес. И эти чудеса, вот они-то, и подтолкнули меня заглянуть в Ветхий Завет и проверить, а действительно ли Иешуа исполнил пророчество Ветхого Завета. Можете привести пример одного из чудес, о котором вы поняли? Это длинная история. Ну, давайте короткую версию для начала. Служитель по имени Махеш Чавда молился за меня. Долго рассказывать, как я познакомился с ним, но я еще не был верующим. Он молился за меня дважды. Во второй раз я упал на пол, и демоны оставили меня. Мое тело минут 10 дергалось на полу. До того момента я ненавидел христиан, потому что New Age учит тому, что любая вера или религия, заявляющая, что истина только у нее, является опасной и примитивной. Я знал, что христиане верят, что Иешуа — это единственный путь к Богу. И мне, человеку с широким кругозором, они казались очень примитивными людьми. Когда демоны покинули меня, вместе с ними ушла и ненависть, но при этом я все еще не знал, кто такой Иешуа. Пока мне не дали книги о мессианском иудаизме, где сравнивались Танах, Первый Завет, и то, что сделал Иешуа. Как-то я сидел в комнате, я прочел несколько книг и не знал, что с этим делать. Но в конце последней книги была молитва. Кстати, очень мудро размещать молитву в конце книги или брошюры. И я сказал себе, а что я теряю? Я буду верить в Иешуа и практиковать йогу и медитацию. Вот как я думал тогда. Я думал, что так я защищу себя со всех сторон, и нашим, и вашим, так сказать. Я все еще искал вечную жизнь, поэтому я помолился молитвой покаяния. И в тот момент ко мне пришел мир. До этого у меня не было мира. Ни от йоги, ни от медитаций, ни от раввинского иудаизма. В тот момент я понял, что то, что я искал с 5 лет, я получил по Божьей благодати, а не по делам, потому что я был очень религиозным человеком. Я практиковал йогу и медитации каждый день по 6 часов. Но тогда я интуитивно понял, что в мое сердце пришел мир Божий. Еще 2 недели я продолжал заниматься йогой и медитациями, но от этого мне было очень тяжело. И однажды я решил спросить у Бога, нужно ли мне это делать. Я не хотел этим заниматься, но думал, что так нужно. Той ночью я не спал и увидел видение. Ко мне пришел Иешуа и трижды сказал мне, «Ты не должен заниматься йогой и медитациями». Кстати, он говорил очень мягко. Он не говорил, «Ты должен прекратить это». Нет, он знал, что я не хочу этим заниматься, а делаю это по принуждению. Поэтому сказал мне, «Тебе не нужно этим заниматься. Тебе это больше вообще не нужно». Удивительно. Это было, когда вам было 30 лет. Мне было почти 30, 29 с половиной, если быть точнее. И после того видения все в вашей жизни начало меняться, и вы стали следовать за Иешуа, так? Да, но не без трудностей, не без взлетов и падений. Но с того момента, как я принял спасение, я хотел, чтобы все в Израиле услышали об Иешуа. Я горел по Богу. Вот тут я хочу вмешаться. Я знаю, что в нашей команде вы наиболее активно рассказываете о своей вере на улицах. Помню, как мы вместе были в Тель-Авиве. Я просто ходил по улицам за вами, как тень, а вы проповедовали Евангелие прохожим. Но больше всего меня поразило то, что вы умеете находить людей, у которых серьезная нужда. Мы гуляли, а вы могли заговорить с кем-то. Снаружи казалось, что человек в порядке, но за минуту. Вам удавалось зацепить самые глубокие струны его души. Я был просто поражен вашим состраданием и умением общаться с людьми. Мы также побывали в подворотнях, где наркоманы вводят себе наркотики прямо на улице. Они живут там, вы служили им, и это было удивительно. Я получил очень много откровений. А расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что побудило вас заниматься этой проблемой. Почему? Если честно, то сейчас я более занят пасторством и работой с наркоманами, которые приходят в наш реп-центр. Сейчас я уже не уличный евангелист, поэтому, наверное, не стоит этим хвастаться, но я занимался этим много лет. Я был не просто уличным евангелистом, но еще работал в мессианском магазине. Да, это прекрасно. Да, в книжном магазине в Старом Иерусалиме. И это была прекрасная возможность для проповеди Евангелия. И мне очень жаль, что сейчас я не так сильно занят этим видом евангелизма, хотя занимался этим я очень много-много лет. Но могу сказать, что проповедь Евангелия — это тяжелый труд, особенно 30 лет назад, когда люди были не так открыты, как сегодня. Но мы достигли многих людей. Я видел множество спасений. Бог дал мне дар проповедовать кому угодно, потому что я многое знал об иудаизме, о Нью-Эйдже, об исламе и об атеизме. Да, у меня также дар видеть сердца людей. Я считаю, что каждому человеку нужна любовь и мир с Богом. Каждому человеку нужна жертва за его грехи. И мой первый вопрос к людям, когда я их встречаю: что бы произошло, если бы вы умерли сегодня? А это очень хороший вопрос. Что бы произошло, если бы вы умерли сегодня? Подумайте. И люди не знают. Они хотели бы знать, но не знают. Мы знаем об этом по Божьей благодати. Я знаю, что работа, которую вы делаете в центре Бейт Иешуа с наркозависимыми, очень эффективная. У нас есть небольшой видеоролик, который расскажет вам об этом служении и о том, чем они именно там занимаются. Давайте мы прервемся и посмотрим этот ролик, а потом вернемся в студию. Я стал принимать наркотики в 14 лет, а вот так рано. Я начал курить в 7 лет, а потом принимал таблетки и пил пиво. Я начал принимать наркотики в 16 лет. Трава, экстази, кайф. В 16 я впервые попробовал героин. В 14 я начал принимать героин. Это началось в школе, я начинал, как большинство людей. Я перешел от легких наркотиков к тому, что начал колоться в полную и нюхать. Я упал на самое дно. Я с самого начала пристрастился к тяжелым наркотикам. Родители увидели меня под действием наркотиков, мои руки были в дырках, и я был частью культа. Зависимость становилась все сильнее, я не мог выбраться. В то время я был как сумасшедший. Я ходил голый, пил воду из луж и ел цветы. В итоге я оказался в психбольнице. Все стало так плохо, что родители выгнали меня из дому. Я жил на улице, потом начал воровать. Обычная жизнь наркомана. Жизнь в канаве. Если коротко, то я был в ужасной ситуации. Я принимал наркотики так часто, что перестал ухаживать за собой. Меня не волновало, как я выгляжу. Я начал воровать и делать разные ужасные вещи, а потом я просто хотел умереть. Это все, чего я хотел. Интересов у меня уже не было. Два с половиной года назад я услышал о Доме спасения. Я еще никогда не видел такого выражения Божьей любви. Только в этом месте Бог смог прикоснуться ко мне. И сейчас я здесь наставник. Я женился на прекрасной верующей женщине. Слава Богу за это. Теперь и я, и моя семья, мы вместе хотим служить только одному Богу. Первое, что они делают, когда вы поступаете сюда, молятся за вас. Прошло уже 12 лет с тех пор, как я принял спасение и свободу от наркозависимости. Сейчас я чист и свободен, Бог дал мне прекрасную жену, сейчас я служу Господу. Я понял, что Он милостив ко мне. Он дал мне новую жизнь, и я хочу делиться этой жизнью с другими. А здесь, в Доме спасения, есть что-то, чего я не чувствую ни в каком другом месте. Братья здесь в единстве, и они поддерживают друг друга. Теперь я верю, что тоже смогу добиться успеха. Я хочу, чтобы мои дети видели своего отца не алкоголиком или наркоманом. Я хочу разорвать этот цикл зависимости. Хочу быть новым, свободным человеком. Когда я приехал в центр «Дом спасения», Господь начал работать со мной. Я тысячи и тысячи раз благодарен Богу за то, что Он сделал для меня. Я даже и мечтать не мог о том, что окажусь в таком месте. Даже в полной безнадёге Бог может строить, и жизнь обязательно расцветает. Именно с Богом она достигает своей полноты, своего апогея. Я уже 12 лет свободен от наркотиков. Я свободен от алкоголя и наркотиков уже 4 года. Я свободен от наркотиков 2 года. Слава Богу, я свободен от наркотиков 6 месяцев. А я свободен 10 месяцев. 2,5 года назад Бог освободил меня от алкоголя. Я получил свободу от наркотиков год назад. И уже 7 месяцев я свободен от алкоголя, наркотиков и сигарет. По Божьей благодати я 2 года уже свободный. Слава Богу, я 6 лет свободен от алкоголя, наркотиков и сигарет. Вот это да! Как же удивительно наблюдать за тем, что делает Бог. Но важную роль в этих измененных жизнях играют верные партнеры. Мы планируем расширять эту работу, а поэтому приглашаем вас присоединиться к нам в расширении Божьего Царства тут с помощью финансовой поддержки этой жизненно важной работы. Всю информацию о том, как жертвовать, вы найдете на этой странице. А если вы смотрите нас на YouTube или на Фейсбуке, то вся информация в описании под этим видео. Спасибо за ваше партнерство. Вместе мы меняем мир к лучшему. Всякий раз, когда я смотрю это видео, оно ободряет меня, потому что Евангелие достигает тех, кого очень сложно достичь. У этих людей нет денег, они прошли ужасный жизненный путь, насилие, эмоциональное, телесное. Многие наркозависимые прошли настоящий ад. Они не ищут Бога. Когда я был рядом с вами, то понял, что многие из них сердиты на Бога. Расскажите нам несколько историй тех людей, которых вы достигли, и как они превратились в совершенно новых людей, ведь когда-то они были потерянными, а сейчас они чистоплотные, обновленные люди. Скажите, у вас наверняка есть такие истории. Я расскажу вам 2 короткие истории. Мы открыли реп-центр почти 15 лет назад. Я был одним из 3 основателей. Человек, у которого появилось это видение, больше не с нами. Он жив, но он больше не занимается центром. Одним из первых к нам попал Олег. У него было множество проблем. У него было психическое расстройство и паранойя, и он принимал таблетки от этого. А еще он умирал от туберкулеза и рака печени. Доктора сказали ему, что ему осталось жить, самое большее 2 месяца. А Бог исцелил его от всего этого, и сегодня он вместе со мной занимается всей этой общиной. А еще когда-то давно он был в русской мафии, занимал там один из руководящих постов. Подобных историй очень много. Не все они такие экстремальные, но мы видим много спасений и исцелений как души, так и тела. Но есть и много разочарований. Хочу дополнить. Вы приводите своих реабилитантов сюда в Возрождение Израиля. Они поклоняются, слушают проповеди. Наблюдая за ними несколько месяцев, я начинаю замечать разницу. Мы молимся за них и служим им, и я вижу, как они становятся свободными все больше и больше. Буквально день ото дня. Конечно же, это процесс, но это так радостно видеть. Может, у вас есть еще одна интересная история? Да, эта история совсем иного характера, но тоже очень интересная. К нам пришел человек, который много лет был алкоголиком. Его здоровье было очень слабым. Ему было за 50, а его отцу за 70 лет. Его отец был верующим, баптистом из Хайфы. Изначально они переехали из России. Этот человек пришел в Бейт Иешуа и провел там 2 недели. Он принял Иешуа и был очень счастлив. Начал улыбаться. Его жизнь действительно изменилась. И однажды утром, когда все мужчины поднимаются, чтобы идти на работу, он остался в постели. Он был единственным, кто умер прямо там, в реп-центре. Но это еще не все. Его отец сказал: «Я ничего не имею против этого. Бог знает лучше». Он успел принять спасение и отдать свою жизнь Иешуа. Мы не знаем, что было бы, если бы он продолжил жить. Бог решил забрать его, я ничего не имею против. Затем прибыла полиция, как это обычно бывает, когда кто-то умирает. Тогда в центре был еще один человек. Он был условно освобожден из тюрьмы, и ему нужно было отмечаться в полиции. Он этого не сделал, поэтому его на 1 год забрали в тюрьму. Но, выйдя из тюрьмы, он вернулся в центр, и сегодня он уже один из наших наставников. Как видите, мы не всегда знаем, что и почему происходит, но самое важное — это спасение нашей души для каждого человека. Аминь. Я знаю, что бывают случаи, когда ребята приходят в центр, им оказывают помощь, но в итоге они все равно возвращаются на улицу. Есть и такие истории. Но я хотел бы рассказать вам, что это очень важное служение. Оно достигает в Израиле тех, кого достичь сложно, бедных и пренебрегаемых людей в этой стране. У вас есть прекрасная возможность молиться за это служение, а также поддерживать его финансово. Возрождение Израиля имеет тесные взаимоотношения с Бейт Иешуа. Помолитесь о том, чтобы стать партнером этого служения, если у вас будет такое желание. Мы хотим, чтобы оно продолжало достигать людей и менять их жизни. Вы ведь видели этот ролик? Это замечательно. Вы можете зайти на наш сайт и найти там информацию о Бейт Иешуа. Я призываю вас помолиться и подумать о том, чтобы сделать щедрое пожертвование этому служению. Рони, ну а в завершении нашей программы расскажите, в каких вопросах вам нужна молитвенная поддержка. Ведь нас смотрят люди буквально по всему миру, и они смогут поддержать вас. Наркотики — это большая проблема тут, в Израиле. Забавно, что большинство наших реабилитантов — это иммигранты из России. Они рассказывали нам, что думали, что, приехав в Израиль, они перестанут быть наркоманами, потому что это святая земля, и поэтому они, вне всяких сомнений, будут свободны от наркотиков. Но через 2 дня они оказывались на улице, принимая наркотики. Наркотики — это серьезная проблема в нашей стране. Сегодня наркотики химические, и они уничтожают людей куда быстрее, чем раньше. И нам нужны молитвы в основном за то, чтобы люди приходили в эти центры, и чтобы Бог касался их. Как я уже говорил, у нас много успешных историй и много разочарований. Нам больно наблюдать за тем, как люди уходят из центра и возвращаются к наркотикам. Нам также сложно с людьми, которые несерьезно относятся к программе и лишь зря тратят наше время и энергию. Молитесь за то, чтобы мы, лидеры, были искренними и сильными в Господе, полными святости и благодати. Также молитесь за то, чтобы Бог посылал к нам людей, которые настроены серьезно и действительно хотят получить поддержку и навсегда покончить с этой пагубной зависимостью. А вот это, пожалуй, основные вопросы, по которым вы можете молиться о нас. Рони, спасибо вам, приятно было поговорить с вами. Спасибо вам за то, что смотрели нас. Не забудьте лайкнуть и поделиться этим видео, а также напишите нам, откуда вы нас смотрите. Мы будем рады вашим отзывам и комментариям. Благословляем вас и ждем новой встречи в программе «Возрождение сегодня». До встречи!